OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Говорим о главном. Крови будет много, и она должна пролиться в самое ближайшее время. Украинская армия будет сражаться до последней капли крови. Под ружьем стоят 200 тысяч украинцев и украинок. Они окажут очень ожесточенное и кровавое сопротивление. И я думаю, что родителям, матерям в России стоит об этом задуматься. США в ближайшее время перебросят около 3000 американских военных в Польшу, Германию и Румынию. Об этом сообщили в Белом доме. Еще 8500 солдат находятся в режиме повышенной готовности. Переброска американских войск в Европу доказывает, что у России есть поводы для беспокойства. Об этом CNN заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Штаты де-факто продолжают нагнетать напряженность в Старом Свете. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния. Страны Прибалтики сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Когда лиса забирается на крышу курятника и кричит, что боится куриц, а это по сути и происходит, об этом не сообщается, как о констатации факта. Сейчас вы видите, как президент Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами. Об этом не стоит сообщать, как о констатации факта. Мы знаем, кто в этой истории лиса. НАТО никто не остановит. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россию вообще никак не должно волновать продвижение Альянса на восток и не стоит лезть туда, куда не надо. Членство в НАТО – это вопрос, который касается конкретного суверенного государства и НАТО. Это не тот вопрос, в котором у господина Путина есть право вето. Это так не работает. Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. Что ты все время смеешься, Майкл? Ну, что ты все время ржешь? Я понял, что тебя развлекло, подожди. Фантазии смешные. Я понял, фантазии подождите. Вашего президента когда ты очень сказал, смешные. Что Украина – это щит Европы, ты, наверное, по этому поводу веселись. Послушай, это другое слово. В английском оно одно значение имеет, а по-русски другое, а? Хорошо. Будет, к сожалению, трагедия, если начнется эскалация. И я вам говорю, это не будет война Украины с Россией. Это будет война в Европе. Полномасштабная. Потому что никто больше не отдаст своих территорий и людей. Ну, мне кажется, с этим трудно поспорить. Задумайтесь, мужики, какие широкие, волнующие перспективы открываются перед нами. Запад просто нафаршировал вооруженные силы Украины. Давайте здесь согласимся с Путиным. Путин вопил, как и его все подпевалы типа Лаврова, что Запад напичкивает, накачивает Украину оружием. Да, накачивает. Больше того, продолжает накачивать даже сейчас, когда острая фаза этой войны миновала. Когда уже сейчас в Госдепартаменте и в Белом доме не говорят, что угроза является неизбежной. Imminent. Неизбежной. Кстати, об этом вчера накануне заявила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Уже вечером, выйдя на брифинг, сказал, что Белый дом больше не считает угрозу вторжения Путина в Украину неизбежной. И больше не является imminent. Это ключевое. То есть это уже снято, что было поприветствовано, в том числе и представителем украинской власти, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что мы приветствуем это заявление наших союзников, что де-факто они теперь, их спецслужбы подтвердили, что путинское вторжение не является неизбежным. Означает ли это, что путинская угроза полностью миновала? Нет, ни в коем случае. Как мы видим, Путин будет провоцировать серию подобных кризисов. И вполне возможно, что очередной кризис с нагнетанием на границах Украины произойдет даже до конца нынешнего 2022 года. Но ключевое, Путин сам выстрелил себе в ногу. Он сам угрожал вторжением. И когда ему сказали, ну попробуй. Не то, что мы тебя сюда призываем. Мы реально оцениваем твою возможность вторгнуться в Украину как очень высокую. Но если ты это сделаешь, наступят последствия. А, Б, С, Д, Е и так далее. Вот Украина получит оружие, ты еще не вторгся, получи Украина более 2000 суперсовременных гранатометов НЛО, Украина получает ПЗРК «Гром» из Польши, Украина получает «Стингеры», Украина получает «Джевелины», Украина получает дополнительное вооружение, боеприпасы, снаряды, которых нуждается ВСУ, все. А вот, кстати, и санкции, которые мы сейчас еще превентивно введем. Об этом, кстати, заявил лидер республиканцев в Конгрессе Митч МакКоннелл, который сказал, что, и, кстати, это будет поддержано практически наверняка,
На столе у американского конгресса лежат новые санкции, которые влупят американцы, даже не дожидаясь путинского вторжения. Вот так вот, превентивно. И самое главное, прозвучала ключевая угроза, которую озвучил и Борис Джонсон, и его министр иностранных дел Ли Страсс, и озвучили в Вашингтоне. Это сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. И вот это было последней каплей, когда прозвучала угроза, что члены семей и дети ваших высокопоставленных чиновников, олигархов, политиков будут выброшены из наших престижных вузов. Они лишатся возможности использовать свои американские и британские счета и лишатся возможности жить в своей лакшери проперти, в своих супер дорогих виллах, которые были куплены на украденные в России у российских же налогоплательщиков деньгах. И вот это, друзья, и послужила самой последней, очевидно, каплей. Это та самая соломинка, как говорят, the last straw, которая сломала спину верблюда. И это прекрасно. А вот теперь давайте понаслаждаемся вот действительно формулировками. Они очень важны в этой ситуации. Детали важны, как говорит одна моя хорошая знакомая. Вот здесь очень важно. Учитывая существенное, я здесь цитирую, неспровоцированное, неоправданное и длительное российское военное наращивание в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси, мы призываем Россию к немедленной деэскалации ситуации, говорится в заявлении НАТО. Позиция правительства Соединенных Штатов состоит в том, что прогресса в этих вопросах можно достичь только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины. Вот послушайте. Послушайте, что я скажу, внимательно. Путин публично прокомментировал, естественно, эти гарантии безопасности. Он заявил, что мы не увидели, к сожалению, не увидели адекватного ответа с учетом наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 97-го года, говорит Путин. И тут же очень сильно нервничает, сетует. Говорит, а если Украина вступит в НАТО, представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом, хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет, жалуется Владимир Путин. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Почувствовал российский лидер, почувствовал, что начинает пригорать. И пригорать активно. Украина еще не в НАТО, а НАТО уже сообщает о том, что планы размещения своих ударных систем на территории Украины существуют. Пока мы их размещать не будем. А вы пока, тем временем, говорят Путину в НАТО, выведите, пожалуйста, свои войска с территории Украины, с территории Грузии, с территории Молдовы, где они находятся, кстати, без согласия правительств этих стран. Такой очень тонкий и жесткий англосаксонский троллинг, который теперь доступен всем жителям Земли, поскольку вся эта информация слита в прессу, активно комментируется и, хуже того, еще и подтверждается официальными представителями государственного департамента. Как говорят в таких случаях, не совсем дипломатическая формулировка, но люто плюсуют.